Верочка, привет, дорогая. Я с таким удовольствием, с таким наслаждением послушала и посмотрела. Спасибо огромное. Вот огромное спасибо. Я восторг испытала. Просто восторг. Катя, это вообще, это такая энергетика. Такое, не знаю, мы все ждем восхищения церкви. Понимаешь, я же глубоко верующий человек. А я подлетаю, я от земли, я все время восхищаюсь. Люди не замечают даже того, что все эти слова, вся эта лексика, она с нами здесь. И все, мы восхищаемся. Мы восхищаемся. Тело человека – это церковь живого Бога. Бог живет в людях. Он сказал: «Вселюсь в них и буду их Богом, а они будут моим народом, и буду ходить в них». Понимаешь? Вот. И поэтому, когда люди там мудрствуют и ждут восхищения церкви, конкретной даты высчитывают, когда придет Иисус, Господь сказал, да, я даже вообще не спрашивайте меня, есть конкретные стихи в Писании. Слушайте, ну, говоря нашим простым вот таким языком, когда его спросили, его ученики, он сказал: слушайте, вы бы помолчали лучше, а? Вы не о том вообще думаете, не надо спрашивать о временах. Это не ваше дело. Вы бодрствуйте и молитесь, живите. Потому что не знаете, когда придет. Никто не знает, кроме Отца. Это так здорово, понимаешь, когда, если бы мы знали, да, там припоясались бы, подготовились. А тут, видишь, на самом деле нужно быть во всеоружии, как Катя говорит, я прихожу и думаю, что все должны вот так вот уже знать. А это правильно, это путь Божий. Это Божий путь. Мы действительно должны уже знать, должны быть готовыми, должны все в стремена и поскакали. Это просто потрясающе совершенно. И вот люди с ума сходят, высчитывают. Я говорю: да вы живите. Вы живите. Сегодня, мое кредо, живем 2 дня, сегодня 2-й. Живите каждый день как последний. И думайте о том, прежде чем лечь спать. Обо всем ли вы покаялись, со всеми ли вы примирились, всем ли вы позвонили, всех ли вы обняли. Ну, то есть, понимаешь, вот, и я летаю, я восхищаюсь каждый день. И не один раз. Сейчас я восхитилась реально тем, что я увидела и услышала. Мне было настолько приятно, это настолько здорово. Настолько здорово. Так что обними Катюшу. Я вас благословляю, девчонки. Слава Богу, будем восхищаться каждое мгновение. И дай Господь, чтобы у нас их было как можно больше, вера. Как можно больше таких мгновений, чтобы могли восхищаться. У меня вот спела ноту, понимаешь, всего одну ноту в песне. А я говорю: вот ты ее в рамочку, вот ты ее так спела, вот одну ноту. И потом тайм-код высчитываю, когда запись слушаю, и обращаю внимание, говорю: вот на 24-й минуте, 12-й секунде, послушай, послушай эту ноту, какая она была, и почему она была такая, а почему остальные не такие, почему они какие-то все, не знаю, ГМОшные, они не натуральные, они не органичные, они никакие. Это просто сольфеджио, я говорю. Ты поешь сольфеджио? Не надо мне сольфеджио. Дай песню. Ой, вообще. Так что я восхитилась. Пока, мои дорогие, доброй ночи. С нами Господь. Аминь.